Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусов, бактерий, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В среду в Самарской области пасмурно, осадки в виде снега, днем 15-19 мороза, ночью потепление 4-7 градусов ниже 0. Ветер западный, юго-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо и снег, днем минус 13 в темное время суток, 4 градуса ниже 0, западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти тучи и снег, днем минус 17, ночью 6 градусов с минусом, юго-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой снег, в дневное время минус 19, ночью минус 7 градусов, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 68%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.